поставили, ножки назад заплетом, носочки натянуты. 5 кружочков. Поехали, Лиза. Руки. Руки на поясе у всех. Ноги-то, коленки, носочки. Ой-ой-ой. Not
натяни. Выворотные ноги. Положи выворотные ноги. Выворотные ножки. Натяни стопу. Я не вижу стоп натянутых фиолетовые. Подняли правую ножку чуть-чуть. Вот так. И теперь делаем уголок. Как будто там раз. И опустили ножку. Не надо дергаться. Стопы натянули. И раз. И два. И голок. Три. Почему ты бросаешь ногу? Ну почему ты бросаешь ногу? Ты натяни хотя бы хоть одну ногу и работай натянутыми ногами. Натянула. Вот такими ногами. Да, иксовые ноги. Вот тут вот они должны быть. В чем вопрос? Почему у тебя не натянуты ноги? Расскажи мне. Колени выжимай. Выжимай. Поехала. И... Давай, закидывай ножки. Хоп. Коленочки туда, за голову. Ну давай, кувыркайся. Давай, помогаю тебе. Мне больно. Потому что ты... Выжимаем голеностопы. Голеностопы пальчики. Стопы ноги сгибаем. Кто ноги сгибает? Прими ногами. Голеностопы выжаты. Выжаты. Поступки шире. Ты выжми голеностопы. Не дави. Вот выжила и идешь на такие. Зачем ты все время сгибаешь? Аня, ноги вместе. И раз. Стоим. Выжать свои ножки. Стоим.
выжили, сказали. Выпрями ноги. Вот так должна держать. Вот и держи. Раз, колено выжило. Выжило колено. Раз, натяни ногу. Натяни ногу. Раз. Натягивай ногу. Натяни ногу. Натяни, Саша. Не надо мне сюда голеностоп. Держи голеностоп. Держи. Вот так должна стоять. Вот так. Стоим и держим. Стоим, нога натянута у нас. В чем вопрос, куда? Вот здесь должна стоять в ноге. Стоим. Вот здесь должна стоять. Вот здесь красоту мне показывать, а ты мне не показываешь красоту. Аня, вот сюда. Вот сюда птичка. Вот она. Да, вот здесь вот птичка. Я не вижу ни одной птички. У тебя вообще стопы не натянуты. Птичку мне пока... Это совсем вытяни стопы. Вот так. На пяточке у нас только дружа. Посмотрите, вот ты маленького ребенка. Посмотрите. Красотень. Вот на вот этого ребенка. Посмотрите, какая красота. Вот так. Вот так. Пяточки только дружа. Пяточки только дружа. Пяточки у нас соединены, носочки в полу. А теперь своими носочками пытаемся достать до пола. Не закрываем руки. Ручки пытаемся пальчиками своими достать до пола. Откуда мы хотим пальчиками достать до пола? Поехали, выжимаем. Вот, посмотрите, до пола. Еще выжимаем, выжимаем сильно до пола. Кто еще у нас достанет? Ну, давай, 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 пальчиками в пол еще. Еще в пол тянемся пальчиками. Еще пальчиками. Пальчиками подтянуть носочки, собрать к себе все. Нет, ты все время делаешь, 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 делаешь. Да. Поехали. Собираем носочки, собираем. Еще не один раз, а вот так. Собираем, собираем, собираем еще. Пошли. Вот, 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 всю резиночку нужно подтянуть под пальчики. А моя мама эту резинку помогала. Ну, что страшного. Вот это упражнение. Евгений Николаевич, вот такой резиновую резиночку все, кто на каникулах будет делать, придет у нас с красивыми стопами. Я очень рада, я не спрашиваю. Вот надо купить, значит. Евгения Николаевна, сказать, у кого нету.
пальчиком. Давай мне показывай, как ты научилась делать. Ты же работала, давай. Так, две ручки повернулась и опять две ручки. А в основную сторону стой и работай, Аня. Давай еще раз. Молодец, Полина. Язык помог. Полин, мы прежде всего перед собой вращаем. Вот у меня ручка впереди. И поворачивается, поворачивается. Ставила, повернулась. Ну, давай, поворачивай. Нет, я не дала. Давай, Алана. Опять на него. Девочки, красиво встать, красиво встать на полупальчики. Покатить обруч и ждем, пока он докатится до нас. Вот обруч должны вот мы вот туда и покатить. Да, только сильнее. Ой, ты его вот так поставила, он упал у тебя. А ты... Да, правильно. Вот так вот этой ручкой хочешь туда? Или, Слава, посмотри на меня, сделай так, как я тебя прошу. Вот ты поставила обруч. А теперь катни его назад. Подальше от себя и подкрути. Оп, оп, оп.